Что им снег? Метр за метром с улицы Партизанской исчезают завалы. Дорожные службы капризов погоды не испугались. Бросили все силы на борьбу с последствиями стихии. Сначала снег убирают с тротуаров, формируют валы вдоль проезжей части. Затем спецмашина ловко сгребает увесистый сугроб в кузов КамАЗа. Чтобы не мешать движению, основные работы проводят ночью. Днем лишь очищают остановки и пешеходные переходы. В первую очередь, внимание улицам, по которым ходит общественный транспорт. Улицы с совмещенными трамвайными путями, как вот в данном случае, да, то есть, допустим, как Тухачевская, это Киевская. А в центральной части, это, допустим, Фрунзе, она заужена довольно-таки. Куйбышева, это, в принципе, центр нашего города, скажем так, туристического, который, в принципе, убирается, ну, в первую очередь, скажем так. На уборку самарских улиц дорожные службы выходят каждый день. В сутки вывозят десятки КамАЗов со снегом. Это свыше 8 тысяч тонн. Обороты планируют наращивать. В этот раз на очистке города трудится более десятка спецмашин. С городских улиц снег поступает на полигоны. Всего в Самаре их 5. Конкретно этот на улице Лунная может вместить 25 тысяч тонн снега. Он оборудован камерой видеонаблюдения, которые фиксируют номер КамАЗа и полностью ли он загружен. Здесь многометровые снежные сугробы будут дожидаться теплой погоды, чтобы растаять и через систему очистных сооружений отправиться в ливневую канализацию. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.